Так, ребят, всем привет. Продолжаю выживать в The Forest. Просто я тут на яхту забегал. Сохранился и начинаю с яхты. Так. Плыву, короче, на остров. На остров. На берег, короче, плыву. Надо продолжать там доделывать поделки, кое-какие остались. Время утра. Недавно приходили ко мне два новых мутанта. Я их там колошматил дубинкой. Кстати, а может быть мне тут заодно, пока я тут, черепах? Давайте, пока я тут, черепаху добудем одну. Вот и все. Так, я не помню, честно говоря, сколько там надо... Ага. Сколько? Два куска мяса, да? Давайте еще одну. Раз, два. Мы возьмем... Четыре вроде можно взять. Ну-ка. Да, отлично, все. Больше брать нельзя. Бежим. Так, а у меня же при себе... Камней нету, да? Надо камней собрать. Я хотел с той стороны сбегать забора. Там мне доделать буквально нужно из камней чуть-чуть. Давайте сейчас это прямо и сделаем. Все, да? Бежим. По эту сторону мне нужно пройти. Ну, палочек заодно. Вот, стену-то я тут делаю, как бы. И вот тут мне надо чуть-чуть доделать буквально. Так, надо вот здесь собрать камней. Камней здесь, в принципе, хватает. Ну, по крайней мере, хватало. Сейчас... Не, есть, нормально, сейчас соберу тут. Не очень много, просто еще не видно их вот за кустами тут они. Тут много растительности сейчас. Я когда тут строил стену, я все это вырубил дело здесь. Сейчас снова отросло, и поэтому плохо их видно. Кастрюля мне не нужна. Так, сейчас все, бежим. Ну, ё-моё. Дождь-то зачем? Так, я не понял, у меня защита-то... А, не, вся нормально. Так, шоколадину можно заточить одну. Видите, тут стену я уже сделал, в принципе. Ну, как и там, два ряда каменная идет в два ряда. Только, правда, вот здесь в одном месте... Я еще не наметил. И вот здесь нужно будет сейчас попробовать снести все это дело. Так, проверяем настройки. Разрушение зданий. Включаем. И пробуем, пока никого нету, снести забор. Деревянный. Именно деревянный. Я надеюсь... Ничего не разлетится здесь, иначе придется перезаходить. А то сейчас при... Как взлетит, тут все на воздух. В принципе, нормально, только вот... Я могу... Блин, не, ломается полностью. Так, ладно, тогда... Оставляем как есть, потому что забор тоже ломается новый. Все, да? Все нормально? Ну-ка... Но этот забор... Ладно, мы его потом сломаем. Ну, пускай вот так вот будет. Здесь я просто сейчас... Вот так вот.
звуки какие-то. Бежим за камнями, на поляне их быстрее собрать, а может даже вот тут сейчас. О, грибы. Грибы съедаем. Палочки уже лишние вроде, или нет? Ё-моё, блядь, напугал меня. Мужики, вы чё творите? Ты где там? Блин, вот плохо, когда не ожидаешь, а раз сразу резко так заорал, блин. Ты один? Синий. Чё, обалдел, что ли? Ага. Всё, не получилось уклониться-то. Не дрейфь. Гадёныш-то, а? Подожди-ка, их двое или он один? Нет, он один. Да не крякай ты. Голожопый, 6 я какую-нибудь одежду. Бегает, что-то выделывается. Так, идем ставить. Хорошо, что он один пришел, но, скорее всего, да они по одному вообще-то не бегают, эти гаврики. Скорее всего, он просто отстал от своих, решил задержаться и выхватил. Так, ну мне нужно доделать. Там чуть-чуть осталось. Сейчас доделаем все это дело. Все лишнее. Все, да, все отлично. Пока я тут, знаете, что я хочу? Пока тут никого нету, никто мне не мешает. Давайте срубим пару деревьев буквально. Халявных, да, которые не у нас растут, а за огородом. Так. Ну-ка. Дай сюда. А, это уже туда конец улетел. Все, отлично. Так как ворот у меня здесь нет больше. Но они мне здесь, в принципе, не нужны. Я уже как бы думал об этом. Не нужны они мне здесь ворота эти. Смотрите, какой мужик там на горе стоит, да? Прям отлично видно его. Теперь местные будут приходить, поклоняться ему будут. Ты покатился. Так, можно и здесь, в принципе, бросить. Давайте заберем вот эти два еще. Опа, ты откуда тут? Давай вот здесь вот. Во. Давайте еще вот это вот срубим. Хорошее дерево. Все отлично. Вообще я хотел сходить олененка добыть. Сейчас
добудем оленя одного. Ну вот здесь вот. Но для этого нам нужно срубить хотя бы одну веточку. И он появится. По идее, должен сработать. Обычно, когда здесь начинаешь что-то рубить, они появляются. Вот он, да, появился. Отличный. И заодно шкуру заберу с него. А, кстати, я смогу ли я мясо взять, вопрос. Блин, вот зараза-то, я не могу взять мясо, да, с него. Так, тогда бежим, выкладываем мясо и возвращаемся. Хотел я... Надо было выложить, что-то я забыл совсем про черепашье мясо. Кстати, у меня тут недоделан. Надо будет тоже этот забор сносить старый. Куда бы его пришпандорить? Давайте в доме куда-нибудь пришпандорим. Так, мясо. Вывешиваем. Вот так вот. Так, куда его здесь? Ну, можно, в принципе, даже вот на эту стенку и присобачить. Сейчас. Так. Давай. О, пришли ребята. Все, отлично. Шикарно. Оп, новые построечки у меня тут уже появляются. Это будет... Буду здесь это, в общем, черепа тоже вешать ихние. Прямо специально сделал такой потолще, чтобы прямо много можно было тут. Так, где тут оленье мясо? Вот оно, все отлично. А вон гаврики. Вообще я хотел вот сюда еще мясо запасти. У меня тут мяса нету вообще, по-моему. Закончилось. Как раз вот эти... 3 или 4 куска, они здесь должны будут висеть на черный день, что... Да ладно. Один кусок? Серьезно? Плывем туда. Добудем тогда черепах сейчас. Сейчас добудем здесь черепах. Парень-то ушел, да? Так, а где они? Вот здесь или чуть дальше? Или вот здесь вот черепахи-то? Где-то тут они сейчас должны повылезать. Нужно просто подождать. Вот. Нет, это не они. Я думал, черепахи. Подожди, где черепахи? Должны быть черепахи здесь. Это я точно знаю. Вот они. Тоже двух берем. Да, что ж ты будешь делать? Вот, черепах здесь все равно много. Поэтому... Берем двух. Все, плывем обратно. Вешаем мясо. Заготовим здесь чуть-чуть мяса. Потому что здесь вся провизия закончилась. Я тут как-то ночевал пару ночей. И в итоге мясо здесь закончилось. Блин. Что-то я проплыл. Ладно, пускай здесь будет. Все, отлично. Так, а тут есть же, да, по-моему, последний кусок остался. Все, забираем его и заодно съедаем. По воде что? Полностью выпили. Могу я наполнить? Ну-ка. Есть, а то бывает так, что придешь, а тут все сухо. Ну-ка,
Все, летим туда. Возможно, мы успеем что-то еще там сделать. Смотрите, какой, да? Ну, какой здоровый-то мужик, да. Опа-на. Ё-моё, ты меня что напугал так, парень? Давайте все сюда. Что, обалдел, что ли? Повезло тебе. Остальные стесняются. Ха, тут их... Ох, тут целая делегация попалась. Сюда подходим. Смелее. Парни. Ну. Пошли, я возле мужика вас положу всех. Вот прямо здесь. На тебе, чтоб не орал. О, нормально. Вот это да. А где еще-то двое-то? Все? Или они там попались, возможно, да? Так, ладно. Ну вот ты больше всех выделывался. Пойдешь со мной на костер. Да, они, по-моему, тут все попались. Всех ко мне. Раз, два, три, четыре, пять, шестеро. Ну вы, ребята, даете. И там двое, да? Ну ладно, ту я не буду подбирать. Держи. Второй удар. Отлично. Заряжаем. Так, давайте сразу растопим огонька. А, там еще один говнюк-то, а? Никак не уймется. Так, а я могу поставить, вот мне интересно, ну-ка. Я могу поставить... Да, могу. О! Отлично, сейчас. Такой звук, как будто прямо вот тут кто-то тоже. Показалось, да? Да, и здесь уже. Алло, ты как там? Подожди-ка. Все, есть. Скопытился. Парняга, достаем его оттуда. О, отлично вообще. Так, а я могу здесь получше как-то освещение сделать? Нифиг. Че, обалдел, что ли? Эй, алло, алло, алло. А ты не оборзел ли, парень? Ты через ворота перелез, да? Я тебя понял. Что ты смеешь? Я из-за тебя... А, во, я думал, все. Потерял. Думал... Лут этот весь. Что по костям? 12, да? Надо... Вот так вот.
Тоже сюда. На костер. Блин, тут, наверное, надо освещение как-то вот побольше сделать. Тут вообще освещения мало на самом деле. А давайте сделаем прямо на углах еще освещение. И развернем черепа вот так вот. Такое будет место здесь. Так, пока не появилось, да? О, слышу. Бегу, бегу. Бегу, 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 бегу. Собираем все эти косточки. Отлично. О, светло теперь будет. Ставим последнюю. Вот здесь вот. Блин, птица. Освещение тут, конечно, надо больше делать вообще. Его явно не хватает. Чувствую, здесь кто-то еще есть. Не бегает никто. Привет, бедолаги. Мне задачу на всю ночь, конечно, тут задали. Так, ну я, наверное, сейчас... Сейчас вот эту последнюю кости соберем, и я, наверное, не буду... Уже до утра буду ждать, наверное, когда утро наступит. Перематывать пока не могу время. То есть, но ночевать не могу. Погоди-ка. Эй, блин, я подумал, кто-то летит. Тень такая машет крылами. Это елка там машет. Давайте, знаете что? Ну-ка. Так. Каждое дерево сейчас воткнем. То есть получается, вот она показывает, что где-то порядка 20 сантиметров от края, на самом деле в два раза меньше. Палочек нету, я понял. Палочки мы сейчас. Это быстро они закончились на самом деле. Все, ладно, ждем утра. Так, ну что, утро наступило. В общем, всех, кто там висел, я притащил, я их уже с ними разделался. Вот они уже тут красуются. Осталось два черепа. Вообще я хотел это... Где у меня сани? Так, это надо срубить. Ничего тут не видно. Бревна-то собрать надо, а то я про них забыл. А они ведь исчезнуть могут, если я из закрытой выйду. Надо их собрать. Так, вижу.
Еще. Давайте посмотрим, есть ли тут еще. Так, вот, есть. Еще нужно посмотреть все как следует. Так. Ну, вроде больше... Так я не увижу. Вроде нету. Надо еще вот тут вот взять. Вот тут вот точно были. Я тут кидал. Так, а тут точно больше нету. Вот неинтересно. Вроде нету. Ну-ка, дай пройти. Так. Но тут-то точно нету, они бы тут мало места. А вот тут могут быть еще. Он один наверх даже, наверху даже лежала. Так, ну еще разок проверить, потому что я вроде... О, это сюда уже. Так, что-то звук странный. Как будто... Звук такой был, как будто новый мутант. Вот он обычно... Не. Это просто местный житель. А по звуку был, как будто там новый мутант пришел. Такой звук был интересный. Не, мужик. Хочешь поговорить? Давай за мной в обход. В большой постройке туда, я там буду. Так, надо сейчас выложить. Там осталось чуть-чуть, наверное. Вроде 11 бревен надо. Но я везу 12. Так, вот тут я помню вчера, во. Да, только что же было. Серьезно будешь мне? Дай положить. Алло. Вот зараза-то. Так. Во, вот здесь можно. Все, отлично. Давайте соберем. Тут немножко камней осталось. Они тут быстро собираются, они тут прямо, их тут много. Так, ладно, я, наверное, тогда это буду за кадром, чтобы... А вот надо вот эту срубить, мне два черепа нужно. Как раз. Прямо все пригодилось. Это тоже срубаем. Прямо... Идеально. Подожди-ка, ну-ка. Хочу ему это, ноги доделать здесь, прям что как ботинки были.
останется тут чуть-чуть сделать, в принципе. Ну-ка. Так. Наверное, лучше... Можно сделать, конечно, как бы продолжение. Да, с пальцами даже сделать можно, типа. Можно сделать, как бы... Насколько ему их тут... Допустим, так. К примеру, да, и... Вот так. Ну, в общем, надо будет подумать, как тут правильно сделать, да, и можно даже пальцы ему сделать, прям, чтобы так раз выходили чуть-чуть. Поменьше, какие-то побольше. Будет, я думаю, вообще отлично смотреться. Правда, на руках это было не сделать. Тут, ну, очень сложная скульптура такая, статуя, блин. На этом все, ребята. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи. Всем пока.